Два фильма, снятых в Башкортостане, стали лауреатами Всероссийского фестиваля визуальных искусств. Жюри отметило сестренку Александра Галибина и внеклассный урок Руслана Юлтаева. Оба режиссера стали обладателями премии «На благо мира». Также свои награды получили исполнители главных ролей обеих кинокартин. За игру в фильме по мотивам повести Мустая Карима Марта Тимофеева удостоена приза за лучшую детскую роль. А Азамат Шагисултанов стал победителем в номинации «Дети в кино». Всероссийский фестиваль визуальных искусств проводится уже в 23-й раз. В город Туапсе съехалось около 4000 детей, подростков из более чем 80 регионов России, а также более 120 известных актеров, режиссеров, мультипликаторов и других представителей творческих профессий.